Давай, что, можно уже, да? Нет, всем привет, давай поздоровимся, мы заново начинаем тут историю. Здравствуйте. К нам пришел Владимир Карелин, в студии у нас Артем Лысков, инстаграм там, он появился. Мой инстаграм здесь, у тебя есть инстаграм? Да, но я его не знаю. Отлично. Ну, короче, все нормально. Владимир расскажет историю, мы попробуем его перебить. Так, рация там, полиция опять. Да, ну такая вот история, значит, трое в Уфимке, капюшон и эпическая битва. Года летят со скоростью спортивного автомобиля. Вроде недавно... о себе историю, что о там себе. Считаешь? А ну давай, могу так, а что рассказать? Ну историю про себя. Какое тебе детство нравится? Детство мне нравится, давай лучше детство. Про... Есть девчонка у тебя? У меня жена, ты что? Ну, до этого. Все, что было. А, до этого. До этого тоже было. Да, была, да, да, да. Потом впоследствии стало. Тебе какие жена? Интересные истории? Только не трешов, он сказал. У меня? Да, и нет, интересно, какие тебе. Интересные? Да. Какие истории интересные? Про что, на какую тему, чтобы он рассказал? Про грибы. На запрещенные темы, да. А что за запрещенные темы? Грибы. Грибы? Да. А еще какие запрещенные бывают темы? Другие грибы. Да, интересная история. У нас был парень на районе. Говорит, вот мы пошли за грибами, да. Вот за рауциками. Ну, как-то так. Коротенькая история. Мы за грибами, за грибами. Не, Владимир, наверное, не такой испорченный, как Артем. Не, я вообще как-то не употребляю. Да, Артем тоже. Не, ну пусть, ну, из-за детства, есть там какая-нибудь такая, ну, забавная. Да, короче, история была, значит, я жил у первого пруда, и мы частенько... Пруда. Ты не знаешь русский язык? Откуда еще? И мы частенько ездили, короче, на ту сторону с лодками. Как-то вот история одна запомнилась. Лодки надувные были? Да, лодки надувные были, ну как точнее. Как надували, как бы резиновую женщину? А знаешь, один раз вот так вот надували. А ты резиновую женщину надувал? Нет, ну... А так, спущенную что ли? Со спущенной, да, был. И, короче, мы поехали, значит, человек 10 нас было. Женька был, короче, у него была двухместная такая, уфимка, лодка. У меня одноместная, такая маленькая. А человек 20, наверное, было, 15, может. Все хотели на ту сторону. Туда, к лагерям, короче. Лагеря, там зэки какие-то были? Не, почему? На первом пруду там же эти. Дружба, зэки? Дружба, сказка. А, лагеря детские? Что-то еще, ну конечно. А, я думал, взрослые. У нас в Березниках-то много же лагерей. Так у нас-то там, в другой стороне. Ну, и, да? Короче, мы поехали, значит, посадили на баллон двоих, знаешь. Они. Газовый баллон? Нет, на баллон, на лодочный. То есть, что за баллон лодочный? Мы плыли, плыли. Как он выглядит, баллон лодочный? Ну как, лодку надувал куда-нибудь ротом? Нет. Попробуй, весьма заманчиво, интересно. То есть, ну, на край лодки сел? Да, и, короче, ногами не помогает грести так вот. Ну, банан, короче. И мы плывем. Такой банан, лодка обычная, уфимка. А как ты, блядь, ногами на лодке? Я тебе летом покажу, ты попробуешь. Вот сейчас как раз пруд спустили, весело будет. То есть на спущенном пруду будешь на лодке, да, ногами так шевелить? Ну можно на втором. Давай, ребята, поехали веслом и, короче, я там, по земле, блядь. Плывем мы, значит, где-то на середине пруда. У нас пруд же такой, знаешь, мелковастый был. Тут мелко, там глубоко. Это где урашмол, да? Нет, правее чуть-чуть получается. Или тот другой пруд. А ты, короче, газета «Звезда» и вниз туда, вот туда. Ну в этом пруду имеется в виду. Да, в этом. Там же два пруда у нас. Да, было, короче, раньше, вот, да? И это. И, короче, где-то на середине пруда кто-то срывает. А русалку видели там? Да там не только русалки ходят, понимаешь? Ходят? Ходят и плавают. И даже андатру, выдру выдрали. Видали. Выдрали в андатру? Она долго кричала, долго. Помогите. Выручайте. Меня надувают. Или обдувают. Вот такая история. Про выдра. Ну, прикольная история. Как тебе, Артем, история? Зачетно. И, короче, это, ладно. Продолжаем дальше. Срывают водоросли, начинают эпическая битва, короче, все кидают, срывают. То есть вы выдрали выдру, потом начали какие-то водоросли срывать. Выдрали водоросли, и давай кидаться. А где вы водоросли взяли? Да там, знаешь, что? Да. Там прямо же мелко. А, то есть было... я понял, что вы на центре. А ты не плавал там? На центре пруда лодке. Находишься, на лодке. Да, нифига делать. Вы дерете выдру, потом кто-то взял эти водоросли. В лесу. Лесу? Лесу. Еще и лесу. Ну много кого было. А сову?
сов не было. Как жалко. И же лайкают. Она, знаешь, голову такой умеет на 360 градусов поворачивать. Вот и это. А потом, значит, доплывали, разводили костер, сушили одежду и плыли обратно. Опять тем же маршрутом. Как-то так. Круто. Главное, выдру. Запомнилось? Выдра, да? Да. Но я не видел выдру. Ты видел, Артем, выдру? Да, тоже на первом пуду ловили выдру. А, ну вот. Это же одна и та же выдра. Телефончик есть у вас? Она была испуганная, кстати. Телефончик есть у вас выдры? Давайте чуть подытожим, да, вот мораль какая вот к этой истории может быть? Мораль? Ну. Что такое мораль? Артем, что такое мораль, скажи? Мораль? Ну, умозаключение какое-то. Умозаключение из этой истории? Ну, должна быть какая-то поучительная история, я понимаю, про наркотики там. Мораль, типа, если такова оказалась беременной была. Короче, я думаю так, что вот, смотри, раньше без телефона уже как-то обходились, а сейчас Инстаграм ты втюхиваешь, да, вот. Я втюхиваю? Ну да, все, Саша втюхиваешь. Не, откуда ты новости узнаешь? Новости, я в газете, я же по старинке. Вот он говорил сегодня, кто в газеты пользуется, там траву заворачивает. Ну, кстати, представитель. Почему траву-то? Да ты сказал, просто траву? Кому есть что заворачивать? Нет. А кому не есть? Я не говорю, знаешь, что завернутый нет, в газете заменяет, что там, сигарету. Одна выкуренная газета заменяет сигарету? Ну, как-то так, да. А что ты заворачиваешь газету? Если лучше заменять сигарету. А мы куда снимаем? Подожди, товарищ. Подожди секундочку, стоп. Ребята, стоп. А да, тогда можно материться же, да? Стоп, блядь, где съемка? Кто меня слышит? Материться можешь, конечно, скажи, ну, писька. Да. Тогда хуй завернутый в газету заменяет сигарету. Хуй? Ну, а почему нет? Ты заворачивал свой хуй в газету? Я еще не пробовал. Курить захотел. Да я же не курю. Блядь, ну сегодня вечером приду домой, блядь, попробую. А ты куришь? Газету. А ты куришь? Не, я не курю. Ну да как ты будешь тогда пробовать? Я не буду пробовать. Я вот тоже... Я тоже не курю, не знаю. Не, ну знаешь, там этот, в магазинах стопку газет такую приносят. Вот у меня есть, я тебе вот дам. Вот ты в одну газету заверни, и кто, кому попадется, твой хуй из газеты. Давай я тебе дам, у меня много газет. Не, мне-то не нужна газета. Я покупаю в магазине. Ты хотя бесплатно дам. Так ты же приносил, кстати, тут. Не, газета? А, может быть. Да, вон у Саши там лежит. Не, у меня старая партия есть, там коробка, наверное, осталась. Что за старая партия? Ну, уже бушная, получается. Партия, которая уже не действующая? Да нет. Прошлогодняя, что ли? Ты, кстати, видел сегодня, Мармегин вышел на площадь? Да я же и скидывал. Вот. То есть это был я. Круто. Ну, скучно же просто сидеть. Да, что-то у нас не задалось. И шоу, а выпуск у нас... Давайте еще кого-нибудь расскажем. Так, нет, стоп. Давайте, у нас со временем. Мне-то надо только... Ему спать просто уже надо. Да, надо электровелосипеды покупать просто. Да, давайте, короче, это был тестовый пробный выпуск, я не знаю, что из этого получится. Давайте хотя бы, Андрей, можешь поснимать короткие кадры, блядь, вот как он там рукой держит микрофон, чтобы для чего-нибудь. Да, что-то вам. Да, можешь сфоткать, кстати, сфоткать. Ну, давай так, блядь, ну, давай сфоткаю хотя бы, вот так. Сфоткай. Раз, два, три. Полноноги вы будете. Полноноги, ладно, оставляй. Я опять в этой же кофте, понимаешь? Да ладно, ничего страшного. Я и ты тоже. Я в этом образе уже 2 года. Ну и классно. Ладно, расскажи какую-нибудь поучительную историю. Жизнь. Не кури, не пей, не матерись. У меня дед говорит, знаешь как, не кури, не пей, не бомжируй. У нас Аптас не особо такой разговорчивый, он не особо читает. Он чисто подъебывать может так. Да.